Всем привет. Вот я в Сумгайте. Только вечером. У нас где-то 6, почти 15-6. Вот я приехал в город к вечеру. Потому что днем очень жара, невозможно выходить. Хотеть гулять. Вот здесь я в Сумгайте. Вот приехал в Сумгайте, я буду вам показывать. Вот здесь другие места в Сумгайте. Покажу вам. Сейчас угорите, я буду показывать вам парк. Здесь не спустился. Буду вам показывать здесь все. Весь парк покажу. Здесь еще галерея есть у нас. Такая художественная галерея есть. Похоже, можно вспомнить, знаете, или она новое здание или его реставрацию сделала. Сейчас вам покажу. Вот, здесь есть это ресторан. А вот художественная галерея. Галерея. Вот здесь. А такие же цветы. Вы помните, такие сунгайцкие такие. Они очень хорошо пахнут. Такие. Сколько лет эти цветы. Они везде растут в Сумгайте. Вот она, Сумгайт. Туалетрясинг галерея. Это здание его. Здесь стала пальма. Вот такие. Очень так красиво пахнут они, красивые цветы такие. Вот они. Такие цветы красивые здесь. Кто знает, как называются эти цветы, напишите мне в комментариях. Они аж как пахнут прям. Через камень не передает этот запах. Вот их сейчас понюхаю, так хороший запах идет у них. Такие сладкие у них. Наподобие ваниль, такой запах, наподобие такого. Знаю, кто был в Сумгайте, кто жил в Сумгайте, знает такие цветы, такие кустарники. Вот такие, кто помнит, такие пальмы цветов в Сумгайте. И вот они лестницы, кто по этим лестницам поднимался. Здесь даже лестницы есть, можно. Здесь вот так. И покажу вам эти лестницы. Вот, смотрите. Вот здесь лестница. Здесь ресторан. Вот такой лес. Здесь парк, здесь ресторан. Вот и парк, это ресторан. И вот эти лестницы. Кто это помнит, такие вы здесь. Вот эти лестницы здесь. Вот такие. И вот здесь. Это ресторан пальма здесь. Вот этот. Сумгайт Дуэвлет Рясин галерея. Художественная галерея такая, Рясин. Вот здание здесь. Такие здесь кусты, и вот еще одни. Здесь такие розовые, и вот еще белые здесь. Вот здесь такой станчик. Пальма. Сейчас туда не спускаюсь. И вот такие здесь цветы. Эти тоже хорошо пахнут. Кто же сидит? Вот такие красивые здесь цветы. Тоже хорошо пахнут. Все так. Сейчас не спускаюсь. Дальше. Вот здесь так. Это Сумгайт. Парк. Может кто-то помнит, здесь гулял, здесь там стадион. Дальше. И вот вниз. Вот там все качели. Вот все там. Очень там красиво. Здесь все здесь в зелени, как в лесу. Здесь машинная парковка. Я вот туда вниз спускаюсь. Во, где люди идут вниз. Туда вниз спускаюсь, я вам покажу. Кто это помнит, это знает эти места. Здесь там можно гулять. Вот здесь сделаю парковку сейчас для машин. Там велики тоже. Вот здесь такой парк. Вот здесь вот так парк. Ой, здесь тоже
ход палка. И вот вниз скась. Вот они все это работают. Посмотрим, сколько они цены стоят сейчас эти. На этих качелях. Вот, блядь. Вот кто. Вот это я катался. Это просто ужас. Он так высоко поднимается, вон туда, прям к небу. Он аж как крутится, как будто котлован. Вот эта вещь. Скачили. И вот здесь велики. Это прокат великов. Прокат из великов. Вот. Здесь. Здесь прокат великов. Вот такие качели здесь. Велики. Поспасил там велик. Например, 3 часа кататься. 3 часа кататься где-то 2 маната, 3 маната. Так зависит цен. Все, вот эти качели здесь. Дальше пройдусь. Покажу вам. Вот здесь. Это орбита. Я там катался, в Локобаку. Он очень высоко поднимается. Вот эти. Вот здесь парк. И вот такие здесь орбиты качели. Вот я сейчас приду. После нужно там паспорт свой. Как сейчас себя сидя, паспорт. Ставишь возле него. 3 часа кататься, 2-3 маната. Только здесь парк тоже. Песок, и вот здесь только парк. Здесь тоже прокат великов. Кто в Сумгайте может здесь прийти, покататься на великах. Прокат взять. Только сейчас себя себе берете, сейчас себя себе присутствует, как паспорт своей личности. И берете велик, 3 часа катаетесь, там где 2-3 маната, так цело, там свободно можно кататься. Вот такой здесь парк. Надеюсь, приду покатаюсь на этой велике, и на велике вас тоже покатаю по Сумгайту. Только внутри парка только можно кататься. Здесь стойка идет, дома строится, возле моря. Там Каспийское море, Каспий. Вот. Такой здесь парк. Вот здесь велики. Вот здесь парк от великов ставится. 2-3 маната. Сейчас себя себе там ставите, оставляйте. Сейчас я себе удар Яндекс. И все. И катайся 3 часа, где-то 2 или 3 маната вот здесь велик кататься. Кто Сумгайте может приходить сюда, эти парку, на велико кататься в свободу можете. Пере не хочу. Вон, взяли прокат, он катается. Вон люди. И вот катается на великах. Тишина, птички поют. Кто такие деревья помните, Сумгайте? Вот здесь прям платанцы. Платанцы здесь, вот сколько деревьев здесь. Вот слева, справа такие-то деревья здесь. Дерево. Они похожи на эти. Оливка дерево похоже вот эти. Слева, справа стороны. Вот здесь как субботник. Он чистит везде. И я сажаю, все очищает здесь. Ухаживает за парком. Лес. Тут в лесу гуляешь. После в лесу провели дорожку. Ну вот спокойно гуляешь. А вот здесь смотрите. Настоящий лес.
Вон, гули. Смотрите. Прям в лесу здесь. Это сунгаит. Вот. Сейчас я по лесу пойдусь. И вас тоже туда. Тоже погуляйте по лесу. Вот, захожу туда. В лес. Все. Вот, вот такие здесь растения. Вот в лесу. Вот так. Немножко. А, все. Вот так, смотрите, все в лесу. Так, я в лесу. Кого-то в лесу я. Все здесь зелень. Сосны, елки, деревья здесь. Там вода течет. Вот так, смотрите, всю лесу гляну. Это сунгаит, так, в лес. Вот, вот, смотрите. Здесь, вон, люди здесь чистят, поливают деревья. Сейчас так выйду. Здесь все так. Там музыка. Не спускаюсь, вот по лесу. Я вам здесь показал. Здесь так чисто, что здесь никакого мусора нет. Все это убирают. Здесь велик. И вот еще здесь посадили. Ели. Вот здесь сажают. Вот такие старые. Ели здесь. Остались какие еще. Эти ужас. Здесь есть старые такие деревья, ели. Вот здесь. Вот такие деревья еще старые здесь. Сколько им лет. Вот здесь. А вот это же новенький. Здесь растут. Поливают их уже, посадить, здесь же новенькие стоят. Все. Сюда выхожу. Чтобы не топтаться здесь. И вот, вам показал. Вон еще там лес. Там здесь гулять бесконечность по лесу. И этот ресторан здесь. Зонтика. Сейчас вам покажу, где раньше был, вообще был и жавчик, и жавчинный такой корабль был, жавчинный весь. Как его называли, Титаник. Это причал. После причала тоже нету. Его сделали уже по-другому. Вон там причал. Где это старый корабль такой, ржавчины такой корабль ставил, называли его Титаник. Это там был причал, такие камни, по камням ходили, такой ровный. А сейчас там ровный, как родной мост сделали. Сейчас вам покажу, вот туда иду.